В Гомеле вручили литературные премии имени Кирилла Туровского. Наград были удостоены лауреаты областного литературного конкурса. Решение поддерживать талантливых авторов было принято Гомельским облсполкомом 7 лет назад. За это время лауреатами премии стали 34 мастера художественного слова из нашего региона. В их числе 5 наших земляков, которые уже сегодня получили не только денежные премии, но и возможность издания своих произведений. Половина тиража каждой из книг отправится по публичным библиотекам региона, а вторая будет передана в дар автору. Продолжились торжества в Гомельской областной библиотеке имени Ленина, где прошла презентация уже напечатанных рукописей лауреатов литературной премии имени Кирилла Туровского. Каждому автору удалось по-своему представить собственные книги. Кто-то рассказал интересные моменты создания и написания произведений, другие со сцены прочитали любимые стихи. И организаторы конкурса, и лауреаты надеются, что эти книги вызовут интерес к чтению у молодого поколения, а также смогут удивить своим содержанием ценителей художественного слова. Презентация книг прошла в очень уютной, теплой атмосфере. Вы знаете, мне запомнился один факт. Ольга Равченко заканчивает свою книгу одной фразой, которая как минимум может вас подтолкнуть к прочтению этой книги, а как максимум к написанию собственной. Фраза звучит так. Точку надо ставить высоко. Попутешествовать по странам и континентам приглашает Музей истории города Гомеля. Здесь открылась выставка фотографий участников фото-тревел-клаба Белорусского объединения фотографов. В экспозиции более 70 снимков из Индии, Монголии, Марокко, Италии, Исландии и других стран. В числе авторов 12 известных белорусских мастеров фотографий. Идея провести общую выставку участников фото-тревел-клаба возникла в прошлом году. А сегодня уже решено сделать традицией такие встречи, дабы иметь повод фотографам-путешественникам ежегодно собираться либо под сводами выставочных залов, либо в фототуре. Познакомиться с экспозицией в Гомеле можно до 23 февраля. Музыканты и солисты камерного оркестра и камерного хора Гомельской областной филармонии выступили в областном центре с рождественским концертом. Традиционная встреча с поклонниками классической музыки состоялась в Доме культуры железнодорожников. В программе прозвучали шедевры церковно-славянской духовной музыки, русская и зарубежная классика, вокально-хоровые миниатюры и старинные романсы. Далее анонс культурных событий недели предстоящей. Заслуженный коллектив Республики Беларусь, ансамбль народной музыки «Беседа» выступит 28 января в городском центре культуры. Начало концерта 18:30. Также на неделе в областном центре откроют выставку картин участников международного живописного пленэра памяти академика Станислава Жуковского. Торжественную экспозицию откроют 30 января в Белой гостиной Дворца Румянцевых и Паскевичей. Также 30 января на сцене ДК железнодорожников сыграют фолк-рок-мюзикл «Тристан и Изольда». Начало 19:30. А в Гомельском цирке с 1 февраля стартует новая программа «Индийский слон и карамболь». Трюки на манеже и в воздухе, восхитительная дрессура животных, уморительный клоун и многое другое. И на этом у меня все. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Валерий Гопанько. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели».